Ведущий мы ждать не будем, это она должна ждать. Я хочу сказать, что я понятия не имею, о чем я должен перед вами говорить, и что хорошего я могу для вас сделать. Но если только у кого-то уже назрели, спасибо большое, у кого-то, это мне вообще классно. А, то есть это все человек принес себе, извините, я покусился, берите, берите. Если у кого-то созрели какие-нибудь вопросы, то это мы, конечно, с нашим удовольствием. А если не вопросы, а что вы думаете по поводу? Черт его знает, может быть, я думаю что-нибудь по какому-нибудь поводу. Да. Да. Вы. Вы. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Я очень вас люблю, поэтому, чтобы вы не приняли за злорадство какое-то или там шукшинское срезало. Хочу злорадство, это прекрасно. Разговор должен быть острый, тогда получается интересно. Не, ну когда хотят подловить, там, срезать, как у шукшина. Это тоже полезно, рассказ замечательный, правда? Вот. Я его очень часто вспоминаю. Замечательный, да. Я, как по вашему выражению, интересуюсь вами. Просто вот, ну, действительно, мне бы хотелось понять это. Вы часто говорите о том, что вот о патриотизме, что кто... О чем? О патриотизме. Кто не любит Родину, Унтерменш, там и всякое. А вот у меня почему-то складывается так, что вот люди, с которыми я сталкиваюсь. Чем патриотичнее, тем крупнее. Люди, которые ясно любят Родину. Они не знают ее истории, плохо говорят по-русски, презирают ее народ за пределами МКАДа. Дальше уже пошла провинция, регионы, все, кто не мыслит. Спасибо большое. Плохо знают ее культуру, литературу, но Родину любят изо всех сил. Понятно. Кто вот как-то так скептически... Как же так, да? Да, как же... И я просто нет. То есть вы понимаете, какая у вас вырисовывается картина? Да? Михаил Васильевич. Просто вот вы не задумывались, что вот на это... Я просто видела этих патриотов иногда в кричах. Россия для русских, Москва для москвичей, толпа бизонов, не людей. И вот ваше это... Анусуч, едете, не вы там победили фашистскую Германию, не вы запустили в космос. Вот это ваше, на каком-нибудь... Эта толпа, она и вас не читает. Одна секундочка, я что-то не понимаю. При чем здесь Германия, при чем здесь космос? Нет, нет, нет. А если вы... Нет, вы говорите о родине, что не вы там... Кому я это говорю? Да в произведениях ваших такое, что вот... Ни хрена не понимаю, простите, ради бога. За грубое слово из вашего спича я перестал понимать. Это я говорю, где, кому, да, по какому случаю... Вы не говорите, а вдруг вот ваши слова... Я уже не говорю. Да, вы пишете об этом. Вдруг где я об этом пишу? Вы знаете, совсем недавно читал. Я читала ваше все, поэтому... Поэтому не помню, где. Да, просто вот такое ляжет на кого-нибудь бесноватого. И он вот эту толпу, в эту толпу зарядит. Так большое спасибо, пока достаточно. Вы поняли, о чем? Нет, я не понял.